Там, наверное, сейчас, по идее, Иванушников же будет жмяк-жмяк делать, не? А где, кстати, идет сейчас Алёрт? Как его, Хосин? А, Хосин. Квасин, Квасин. Кверти, блин, здесь, падла. На Хосине, Кверти. Да, он меня сейчас пехом убил. Пехом? О, Кверти, на Хосине. Да. Такое редко увидишь, так что радуйся. Что ты такое лицезрел. Да-да-да, это свидетели Его. Что-то народ у нас здесь слишком жестоко, надо отсюда, короче, уходить. Как за другой стороны заходить. В смысле, здесь слишком жестоко, уходим отсюда, да, в другую игру. Я с радостью. Но куда? Варианты, варианты. Ну, со временем. Черный десерт. Черный десерт. Кстати, вы тут пригласите женщину в отряд. А, вот это Heavy Metal, Вильджет, Зергера, Шуром и Самир и Serious Tear. Это мы? Ну да, да. А, ну кому придать? Все, никому не надо передавать, ничего не надо передавать. О, серия Bubble Team, 41%, 25 вано. Ну, у нас зато много. Да, зато вот высадка к отряду. 38%. Ну, короче, ТР задач. За зергунь это дело. Громобой, скажи честно, вот эта вот зелененькая фигня, это специальная штучка, это действительно сок? Да, яблочный. Яблочный, что всю жизнь такой сок яблочный пил. Окей. Что за зеленые штучки? Да там какая-то система охлаждения такая. Короче, это дистиллированная вода с присадкой. А, это я называю борщ. Ты же там, у тебя дома зеленый борщ так выглядит, он светится в темноте, в ультрафиолете. Франки мутант, короче. Ребят, наш как бы гром заехал в окружение ванушников, может будем что-то делать? Я постреляю. В ванушников или в гром? Ну так как получится. Лёг, ты опять плохо гром делаешь. Не, я, кстати, не нес. Я просто, я не водитель. А кто же ты? Я. Ведущий гекс какой-то. Ну, не знаю, открывай его тут, что ли. Да, у нас южный перевал Гагона там, или... Гандон. Ганона. Перехватывает. Какие-то, бля, как давно я не был в Planet Side. Давно я... Чёрт, я не знаю. Отгремел гром. Смотри, как мог приебать гром на 300-300? Давно я пушек не держал. Сишки? Пропукать гром на 300-300. А в щит не успел поставить, что ли? В смысле щит? На громе щит не успел включить? Я даже не в курсе, честно, я уже давно на нем не ездил. Что за щит? А что такое гром? Щит развертывания такая хрень. Есть такая хрень, щит развертывания, она позволяет... Позволяет короче, делать тоже... Гром... Она офигенная вещь, потому что гром, короче, становится на время Дункан Маклаудом. Ну да. Да, знаю. Так, давно я пушек не держал, да. Только кирку, лопату, что-то. Черт, надо посмотреть. Там же, наверное, феодали только и что и делаешь, так что строишь. Нет. Строишь там до определенного момента. То есть главное в постройках, чтобы они у тебя, грубо говоря, чтобы постройки вот эти, постройки нужны для того, чтобы выковать там хорошую какую-нибудь вещь, да? То есть ты выкатываешь. Угу. Вот. А потом все начинается, нужна война, короче. Иначе жесть. Ё-моё. Иначе ты... А потом там делать-то нечего. Вот. И начинаются войны. Большие. Дело в том, что... Там ведь серверами, да? Да, тут пока... Но дело в том, что... На крыше чувак с дровяком. Да. На данном этапе в игре не предусмотрено вообще ни фракции, ни гильдии, вообще ни хрена, да? То есть это песочница, по сути. Там хочешь бегать, хочешь не бегать. Вот. Хочешь бери, хочешь не бери. Фишка заключается в том, что все, ты можешь, поскольку это песочница, ты можешь сам себе придумать развлечение на тухис, понимаешь? Нет, это просто глобальное насасывание просто у меня сейчас. У нас предыдущий ник забирает. Опять?
А, там, кстати, какой-то... Да. А, мы же... У нас оба гекса забирают, пацаны. Горный генерал Ганона, туда ходим. Да... Блин, сейчас скажу, где мы. Мы вообще на гнутом мече воюем. Там 40 секунд сейчас заберут гекс сверху. Сверху Ганон забирают. Сверху Ганон забирают. 38 секунд. О, мать. Да, уже поздно, все, мы их не успеем. Даже если прыгнем. Их я уже прыгнул. Ну окей, давайте, ребят, пока туда тогда. Если успеем что-нибудь сделать. Хотя... Да нет, все плохо. Все очень, все, ребят. Да, конечно, можете плохо, не спрыгивать. Не спрыгивать. Да, забейте. Забейте. Тогда, блин, либо... Ну, блин, блин. Блин. Да блин. Просто поиграем вот на ржавом мече, там соотношение практически равное. Мы не можем играть на ржавый гнутый меч, потому что предыдущий откат. Ой, блин, сейчас придется тогда позапаривать, куда идти? Давай еще пофигу, давайте тут играть пока что. Ох, ё-моё. Турнир? Не турнир. Поиграем, попанимся, чё-то. О, я нашел Макса раненого. Как там игра называется? Life это какая профессия? Да, да. Йоум. Игра интересная. Приятно, что она делается российскими разработчиками, да? То есть вот этот факт. Где развивается она достаточно шустренько. Честно сказать, она очень шустро развивается. То есть не было ни недели, чтобы не выпускали что-то новенькое. Какие-то изменения в механике там еще. То есть она корректируется постоянно, это хорошо. Да, в плен, ребят. Вот. Предыдущий кейс. Просто я феодал, да? Да. Метка взвода, ребят, сюда. Жизнь это феодализм, короче, вот как-то так. Вот. Разработается московская студия. Вот. И приятно, что у нас, кстати, вот у меня в стриме присутствовали разработчики, разговаривали с ними, то есть сами пришли, совершенно случайно пришли разработчики, мы с ним там мило побеседовали. Очень все интеллигентно, классно, здорово, супер, короче. Настоящие солдаты не отступают. И очень нашли тебя. Внимательно относятся к комьюнити. То есть выслушивают, то делают. Вигуль, вставай. Спасибо. А это, а вот Майнкрафт же вроде бы тоже русская игра, так? Нет, Майнкрафт? С какого перепуга? Ребят, я в этом профан, я в Майнкрафт вообще не играл, ни разу. Майнкрафт никогда... Нет, это чувачок один сидел, игры делал, и, короче, обогатился и продал игру и свалил, короче, все. Так и путь к успеху, короче. Все правильно сделал, короче. Пацан сделал игру долго. На колено. На Т3 сам делал. Макгрейдера все видят? Да. Игрок. Там их два. На Тихстанцию 9. Туда зерк идет. Ух ты, ёб твою мать. Сейчас гляну. Да, ребята, она по направлению... Блять, куда по направлению? А, у них гром здесь пришвартован недалеко. Кстати, да. На Ганонду и надо. И сюда идут. Название давай, вообще провокационное, короче. Не для русского комьюнити, да? Для испорченного русского комьюнити, я бы даже так. Сори. Я тебя не задел, отвечаю. Я в труба стрелял. Честно. Такой звук, какой крестик, короче, в отряде. Ой, ё-моё. Вот. Что еще интересного из новинок, как говорится, отечественного игростроя? Ну, в принципе, из новинок ничего нового, да? Все ждут Терру, все ждут БДО. Вот. Все
все ждут российского релиза Dark Black Light Retribution, который многим понравился. Вызвали неоднозначные эмоции. Апостол — русская игра. Постол мне тоже нет. Постол — плохая игра. Ну, Постол вообще это очень интересная игра. А то ее в HD пересдают. Да, ну потому что Постол... Вот знаешь, что такое вообще Постол? Да, знаю. И что это? Это дикая игра, короче. Это идти за молочком и убивать всех людей. Нет. Постол... Чисто будни москвича, короче. Нет, ребята, это все намного более печатно. В 1956 году жил-был один такой спокойный, ничем не примечательный... почтальон. Все было хорошо там, все. Потом в один прекрасный день он приходит в свое, свое почтовое отделение с двумя магазинами, винтовкой М16 и кладет нахрен 17 человек. После этого синдром называют постол, от слова пост, почта. Вот так. То есть... Ну, синдром? Если... Да, это синдром. Желание М16 прийти в этот... Это постол, это в принципе вот желание человека, жил спокойно жизнью, никого не трогал. И вдруг трах-бах, блин, все, он go mad, и начал стрелять всех, короче, всех убивать. Это постол. Такие дела, парни. Сейчас ну, у каждого есть своя точка кипения. Ребята, например, нам как бы точку. Да, блин, их просто больше. Мужик в Америке дом не продавал, а там вокруг все. Нет, это другое. Не дом не продавал, не продавал мастерскую могилу своего отца. И там, когда он уехал, не могилу, он уехал хранить отца, приехал, и его огородили в этом. А до этого, короче, там, ну, да, это знаменитая история. Каждый год память этого человека настоящему, блядь. Громобой, сори. Кидал гранату, в тебя попал. Ребята, может мы как-нибудь ближе к этому? К точке? Да, короче, все, нам не выбить. 61 на 39, можно уходить на техстанцию. А техстанцию уже на южный перевал. Чёрт, за мной 4 ската гонялись. Короче, народ, давайте на техстанцию, забейте, здесь только сливаться. Ну они под конкашей там на втором этаже. Сейчас отсюда поедем и уже по линкам заберем все, что надо. Ну ладно, эти станции. Кстати, вы говорите, озвучивайте. Да, и чем кончился этим мужиком, ребята? Он купил катапилар, огромный не скрейпер, это трактор. Ну, не трактор, как бульдозер, короче. Обшил его броней, выехал и снес город нахуй, короче. Я слышал эту историю. Да. Ну не знаю, полгорода, да. Полгорода снес нахрен, в результате чего город не оправился. Но это не относится к Постолу. И говорят, когда его нашли, он застрелился. Да, он застрелился. Да, он застрелился. Он никого не убил, ранил немножко там, все, но застрелился. Но это никак не связано с этим, как его сказать, с Постолом это никак не связано. А не, я просто говорю, что у каждого своя точка кипения. И вот хотел привести мужика этого, к примеру. Ну, мужик, кстати... Точка кипения, бля. Точка, это называется точка кипения, блин. Ну нормально. Блин, ну прикинь, тебя там клюют, достают, и ты такой хлоп, выхватил что-нибудь и замочил чувака. Ну вот типичный постол, это весь фильм такой с Майклом Дугласом, называется «Меня хватит». Ёпта, блядь. Что-то не получается. Фига, уже приехали, я не мог этот клюк сейчас пролить. Да не, всё понятно. Оба. Сандик рядом. Видали, мой Сандик тяжелее, короче. Это. Атеру я, скорее всего, так что-то, не жду даже ни капель. Ну, поедем, короче. Я за то, чтобы посмотреть, чё как. Вот. Я могу сказать, что вот после от Планетсайда у меня пуканчик сейчас начинает подогреваться. Я играю, проигрываю Black Light Retribution. Я спокоен. Бомж, просто... ты чё? То есть... Каждому своё. Богу-богу, кесарю-кесарю. Так что оставим... Возьмём наши кесари, а Богу оставим Богу. А про статистику так и вообще ни слова, да? Не сказали? Да за... Месье, еб твою мать. А, Фоги? А, нет, Фога.
А я думал, то есть фоги ушли, а фог остались. Остали, да. Бросили котят. Так это высеры всякие, на самом деле. Она масса ушла и все. И все, и все, и что и все. Ну ушли, и все, нет по сути фогов. И фога это были так. Ну. Они, короче, просто существовали, они были, короче. Их иногда, короче, набиралось, и они летали. Да, иногда набирался человек, и два их чуть-чуть больше. Они летали, одного. Короче, от пинга, да? Да. Ох, ёп. Мать. Фига они, короче, перед точкой грома открыли, ребят, прям на мосту. Два грома снял. Они вообще здесь, в общем, с ума сошли. Веду себя как хозяева. Почему как? Ну, как бы это их гекс. Так что... Здесь вообще, ребят... А, нет, я просто не там. В общем, что я могу сказать? Джон Бронебойщик. Мне не хватает, знаешь... Мне не хватает. Франки, вот скажи, что тебе не хватает Хаку Ю, блин. Волхака из этого Black Light Retribution. Да. Очень сильно не хватает этой штуки. Ну да, есть. Нажал, осмотрелся, побежал, короче. А, кстати, им ничего не мешает это сделать. Да не, мешает это. Ну там просто это добавляет динамики в большие карты и мало количество народу. А здесь и так хватает. Ну то есть здесь и динамики. Здесь убивают. А, нас уже отправили вперед? Блять, вот я слоупок. Да, мы уже тут воюем вовсе. Как у меня горит пука. А кто в курсе, на евро прицелы из батлы ввели в планцет? Да, на евро? Давно. На евро прицелы да. Есть. Покрылись, бля. О, у нас вообще, короче. А для нас это будет ух ты, нам стрёмные. Да, бум такие типа. Сотни прицелов на каждый ствол, блин. Мы в полгода играть в планцет. Нет, не получилось. Чёрт, червямоль? Господи. Единственное, что меня не устраивает в Black Light Retribution, что я слышу, к сожалению, не российских школьников, а может быть, к счастью, я слышу этих французских школьников. Ничем не лучше. Французы. Карты там маленькие, большие. Лягушатники. Ля мамку, да, и так далее. Да, ну да, там ля мамку. Да, да, там ля мамку. Я твой ля мамку шатал, да, король. Ля мамку шатал, король. Да, да. Посылают на эту башню. Я сейчас вымирающее животное убил. Ну, то есть, в смысле, фога убил. Занесенный в красную книгу? Да. В синюю книгу Араксиса. В голубую книгу Араксиса. Если вы понимаете, о чем я. Блять, куда? Раскройся. Да, уже, уже. Да, я это межа возьму. Всем он нужен, братан. Вот. А и так я, как говорится, даст бог тому времени, разживусь баблинским, и я пойду, блин, тестить FPS модуль Star Citizen, гоняться на этих всех делах. Очень меня привлекает. Блин, это что, короче, космическая леталка, да? Да. Uh-huh. А, ребята, самое прикольное, ребята, ну, кто-то в теме по поводу Евы, там в Еве было управление своеобразное, да, там только три кнопки, ну, не три кнопки, короче, а лайн, приблизиться, держать орбиту и, короче, приближаться. И держаться на расстоянии. Сейчас они сделали ВАСД управление. Что, не вижу? Да не вижу, блядь. Педик, как ты вот, гандон. А я уже. Нет, он там, Гандоша там. Внимание, тяжелая пехота. Фантастика в конце минуты. А чё ты сюда приехал? Чиниться, в смысле?
Да я место найти не могу, где паркануться. Там паркану. Через мост не проехать. Стой. Короче, зачистим местность и уйдем. Уходим. Дальше. Валим. Ходу. Да. Что у нас так палит-то? Дальше, за угол, ага. Молодец. Вон гром стоит. Ага, вижу гром. Лимэн. Пойдем с сишками. Давай к сишками пойдем, быстро завалим. Ту-ру-ту-ту-ру-ту. И полетим мы с Орионом навстречу звезде. Это компания Евы, за ММО брались, про вампиров. Жаль, нет, что не доделали. Проект закрыт. Все, да, силы, все силы брошены на Planet Legion. Угу. Ну и правильно сделали. Правда, бабла сколько они там? 22 миллиона потратили. Да, но это в лицензии, да, за ними остается. Так что может быть. Ну. А никогда не будет. Не, ну игра-то выйдет со временем. Ну да, когда мы будем дедушками, да. Мы своим внучкам придем. Сын, внучок, я тебе принес. Как и третий. Внучок Дизи, я за ком, да. Угу. Ты иду покурю. А мы захватили эту хрень или как? Да. Короче, по метке двигаемся дальше. Рвем ванушникам зады. Пока их мало. Десантники, снимите маяк на груши. Потом их станет больше. Да их всегда было мало. Ну, как и эти. Ну, нетрадиционная ориентация. Если вы понимаете, о чем мы. Блин, нас хавают, инкаши нас просто хавают. Просто харч. Бабл тим. Ну мы как бы под воротами ванушными стоим. Было бы странно. Да, если бы его не было. Да вот, инкашники вообще расплодились там. Маляра юный, он блокпост Сигмы сейчас захакает, тут и будет смех. Плотину Гурни у нас отбирают, это не прикольно. А есть возродиться еще на чем-нибудь на ржавом мече гнутом? Походу вообще ни на чем. Я гром так и не вызвал, терминал сломан, хэвиком. Ну ладно, я так на галактике кричу. Да, давайте. Давайте на галактике. Хотя их там 24-48. Раз 48-96. Да, только, блин, они ни хрена не хотят ехать-то. User disconnected from your channel. Галактус вылетел. Как у меня горько. Франки, этот. Тебя выпустили из каземата? Нет, мне еще 2 дня. Меня, короче, это. Игра какая-то была. Походу, забыл, называется, интересная. Меня туда посадили, короче, в тюрьму. Там отдельная была на карте такая лока, тюрьма. Там, короче, зэков куча всяких разных было. Все друг друга матеряют, да, короче. Не, и когда к ним, типа, присоединяешься, они спрашивают тебя, за что тебя. За что срок монтаж, братан? Да, типа я там дважды, короче, отсижал. За ПК, да? Ты говоришь сразу, я говорю, за ПК. Нет, за брань, просто за ругательство. И ты что-то писал, fuck you, Maza? Не, я там что-то поругался на какого-то там чувака немножко. Потом меня посадили, я потом опять не удержался, поругался немножко. Короче, дважды там отслужил. Я помню, в детстве играл в смешарики, короче, из-за того, что я матерился, меня постоянно банили. В смешариках? Окей. Время охранительных историй. Кто эти еще резался? Это брат Мукса, по-любому. Недавно прошел GTA 4. Лол Сан Андреас на андроиде. Нет, 4-я, которая. Я вообще забыл про них. Только недавно вспомнил, что они вышли бы. У нас защитили. Ау, чешется. Да, от нас защитили. От нас же защитили, да. Но мы пришлетели слишком поздно.
Мы, короче, как всегда сюда самые первые приперлись. Угу. Маленько так получаем. Да ладно, есть. Получаем, просто все, блядь, на рез пошли. Ребят, точка в другой стороне, вы чё? Куда все побежали? Вы чё? Вы чё? Бомб, поставь мячок. Где бы ты ни был. Кто бы ты ни был. Кстати, Лего, координация идет? Лего, координация идет или просто... Была координация, а теперь всё тихо. Тишина. Ну, печаль, беда, ну ладно, окей. Да я думаю, такая сейчас координация, что и ВНК, что и ВНУ, что у нас. Просто заходим поиграть, пострелят, и все. Ну, ВНКшников там все серьезно, правда их мало очень стало. А ну, у них что случилось? У них там серьезного? Кто же на не знаю, просто народ... Нет, просто народ также перестал играть, и все, тихо, молча. Ну, спасибочки, но и чёрт. В принципе, спасибо и новое. Типа... Нет, спасибо в том плане, что меньше народу больше, меньше пинг. А, о, кстати, да. Давай хава будем играть вдвоем, короче, с пингом 0. Я согласен. И будем с тобой играть подкидного дурака, потому что так все ясно, да? Да не, лучше переводного. Надо. Ребят, давайте как-нибудь на точку мы проникнем все-таки хотя бы до завтра. Там что-то проникнуть, там дойти можно. Народу нет вообще, народ просто все зажали shift, нашли на, давайте, все вот кого я вижу, давайте, давайте. Верните свои ляжки на точку, нажмите shift, нажмите W. Да, просто, да. Блядь. Я уже зер хочу заявку написать после такого, что мы делаем вообще. Че записать? Поднимись каналом выше, все, ты в зерге. Это был бы поворот вообще, знаете, так. Раты ушли в зерге, короче. Все. Сознали, короче. Наконец-то они осознали, ушли в зерге, короче. Да. Тара-та-та там. А им, а я думаю, как польстит это зергом, что к ним ушли такие, короче. Ну мы будем сами такие днари в зерг, короче. Нари в зерг. Мишану киньте. Медик! Медик! Медик, поднимай, медик! Сори опять. Да ничего. Зой только извиняется. Ой, простите, ой, извините. Ай, извини. Ой, прости, это как говорится, лая приближается. Чего там бегать? Я там гранат кидаю. Кидает он, понимаешь. 4 бандольера, 4 извинения. Ой, фу, 4 гранаты с бандольера, 4 извинения. 12 извинений, да? Ти моя кошечка, ти моя родная. О, сегодня так ненормально. Чувак кинул сейчас мину на метра два вперед. Атлет. Ну, по-любому, метатель дисков, короче, вон. Ого, либер над нами, ребят, наш. Ну как бы подальше от дверей бы отошли, что ли? Вас там слишком парно. На 12 часов. Спасибо, дружище. Зерги отойдут от входа или я их перестреляю нахрен? А, не пистреляй, а, лучше ты отойди от входа, злой. Да я отошел бы, но они вот именно стоят на входе и там Мишан, враг забегает, а в кого стрелять? В зергов? Нет. Спасибо. Ребятки, какая печаль, беда. Надо мне минут на 30 уехать до кита. Давай, пока. Удачи. Не, я еще вернусь, но через полчаса. Ёпт. Ну да как раз на полчаса еще Аля успеешь. Только что теперь каждый день будет. Голубой, я в тебя пуль стреляю больше, чем по цели. Народ через день. Через день. Толпа идет сюда, смотрите. Кстати, народ, кто вообще в Ведьмака играет? Или играл Ведьмака. О, не. Третья часть скоро вот должна вот-вот выйти.
Это одна из многих игр, которая вот действительно крутая, еще и вдобавок серии идет до третьей пока что. Так что рекомендую. Она же RPG идет, да, как? Да, она как бы такая RPG-шка. Ну как и Mass Effect, но Mass Effect он огорчил свои немножко, ну, например, меня концовкой, да? Да, все огорчились. Вот так, ребята, парни, тихо, у нас на точку сейчас будет шиздец начинается, пацаны. Ололо, убийство. Да, он уже сейчас начнется. Зомби, спасибо. Давай. Если что, это... Гао над точкой завис, завис, короче, что прыгло. Двадцать пять секунд, и нас в сторону. Может кто-нибудь сидится на Гао, сесть на бульдожку и укрыться. Они медики, какие интересные. Медик. Зерк хулиган. Ёб твою зону. Медики, сиди жопы кругом, а? Гравити, у тебя оттуда. Ой-ой-ой. Благодарю. Ой-ой-ой. Мы его взяли! И вот именно сейчас начался самый ад. Самый зад начался, да, согласен. Тотенков. Так, а теперь я уже даже не знаю, куда двинуть. Блокпост бы это не вариант, наверное, дефить. Но давайте попробуем, если туда линк будет. Это сейчас. Да, есть. Давайте попробуем. Ребята, они гром подогревают. Наших поменьше. Да, ну тут зерги, пусть зерги разберутся, а мы пока на бета делаем. Да, наверное, сейчас туда и не зайдем. Там НКшей. И его туча. Да, справа победа с кномом. Грома будет с ними. Граната. Блин, я до точки дошел, но... Ну, перезахват, не? Не, не получилось. Ну, там их просто... Там очень много их. Я слился уже. Ну, тут гром есть рядом, в принципе, может... Можем отобьем. Да, не, ребят. Ну, просто... У АТРов спроси. Просто нас поменьше. Да, не знаю. Сейчас просто туда не двинем, и все. Против Ваньков, конечно, можно погамать, но это... Да, давайте против Ваньков просто поиграем на гнутом мече и все. Все, по домам. Нет, мы на гнутый меч. Кто дома, а кто на гнутый меч. Биолам, ты снимал пока. На гнутый меч? Ага. Да, в общем, вот так. Вулф, пригласите, а то он что-то вот мои отклоняет, не знаю. Ты ему не нравишься. Ты мне не нравишься. Ну, да. Противный. Сегодня первый день, да? Будут через день идти, да, этих штуки, я так понимаю?
Да. А что за приз будет? Он после конца лета будет или потом? Да. Бесплатное посещение Диснейленда. Или в конце посещение Диснейленда. Ага. Японского. Давно мечтал. В качестве еды. Ну да. Я думал, что японская реклама смотрел, там, короче, мозг высасывают. Кто, Диснейленд? Это жесть. Не-не-не, это японская реклама, короче. А, ну мозг, да, высасывают. Это жесть. Это японцы, это мозг, его высасывают. Чувак, это японцы, все нормально. Не, ну реклама у них реально мозг высасывает. Дроп пошел. Я не вижу, что это реклама с высасыванием мозга. А, тут да, смысл, уже дефали все. Да, дефали все, бля, уходи. Уходи. Ой-ой-ой-ой. Просто писец, да ничего. Че, беду, короче. Ну, просто мясо. Один КВ остался. А потому что у меня сын отвлек, и я остался. Все смотались. Да, а я тебе ничем не помогу, я тебе херик. Ладно, стреливаться, если что. Буду стрелять, смотреть. Не привлекать, а отстреливаться. Спасибо, Гош. Во, вот тут и подефимся, гляньте, их прёт сколько. Чё, дефать будем или на другой тунгек? Не-не, дефаем по метке взвода, ребята, здесь ваньков 53% пришло. Техника, пехи, фармим, фанимся. Давай на четвертую ХВ. Бах, кто-то рассыпался. Чё-то у меня уже нехорошо. Гром, там гром внизу. Гром и внизу дофига техники. Ой-ой-ой, там вообще меня уже очер. Во, я танчик возьму, короче. И там дофига аргуса. О, гром нашел. Запретная зона. Короче, да ну их нафиг. Да нет, там их очень много. Тут либер надо. Че, куда полетим? Вызовите нас. На точку возвращайся. Че в отряд говорю, блин? Ладно, на точку там дропаемся, я выбрасываю галов, ну что, блядь, смысл здесь? Да, она тут дохнет с такой скоростью. Да, там дофига этих аргусов. Скат противника неподалеку. И все высаживаются. И все смеются. И все смеются. Блин, я, короче, Макса сейчас слил. Он кинул ему две этих клейморы и гранату липучую у него. А он сидел такой, дефился типа. Да. Максики. Но баска Максика вообще за радость сливать. А, Бега, подожди, дай мне пробуйся. Точно, да, мы здесь надолго? Хера, здесь и мины еще. Да, мы здесь очень надолго. Да все, техника кончается вроде. Да нифига, блин. Я на хищнике недолго повоевал, когда выпал. Повоюн. По-любому. По-любому на полчасика. Полчасика, по-любому. А, по-любому на полчасика. Блин, еще там сейчас мясо. Я тут на днях приспичил, я все масяни пересмотрел. И знаешь, откуда эта цитата? Я, кстати, ну, как-то видел картинки, видел вообще саму эту Масяню, но ни разу не видел мультика с ее участием. Не, я в детстве просто тащился к этому мультику. Блин, вот это, знаешь, что самое прикольное? Вот он говорит, я в свое детство тащился от этого всего. В твое детство мне было уже лет 20, блин, и это страшно, ребят. Это страшно. Да, действительно.
Чуваки этого не ждали. Мама, 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 ай, бля, не добежал. Ух ты, у этого эко-то. Вулкана новый прицел, фига себе. Да. Короче, такой теперь красный кружочек, точка. Он как забаганный был, как крутился, короче, постоянно так и крутится. А вот остановился. И да, кстати, о птицах. Кстати, об игре. Там не в Инове дело. Виноват Сой. Не, ну в принципе ж это. Это Инова ж может делать и типа там тревоги, контент какой-нибудь, типа такой. Правильно? Ну вот. Где вот эти захваты биолап, энергостанции? Вроде же было где-то в дайджесте сказано. Да и фигня все это. Зачем? Ну а какая разница? Захват биолап или захват... People хавает и все. Сумику не важно, что будет, биолап этих станций. Главное, чтобы стрелочки казали, где врагов много, и все, ему хватит. Их 56%, они не могут взять точку. Ха-ха. Не, трудная точка, честно так. Да, просто. Мы сами ее кое-как взяли. Мы в равном соотношении. Че, мы скиллом затащили. Понимаешь? Ну как, забаррикадировали, ты все. Мы-то скиллочки. Трупами правильно? Закрылись. Он у нас тут каждый, наверное, с аураксовой пушкой бегает. Нет, я просто бегаю. Гром вроде поставили. Я проще бегаю, плачу, короче, пацаны. Франки, ты понял, да, из-за чего я бегаю и почему я плачу? Я вижу крестик. МКВ. А. Я бы правда сказал МКВ, короче, он понял, о чем речь. А что такое МКВ? Это двое суток плача прям, 100%, МКВ с глушителем. Чистых слез прям. МКВ с глушителем. Чтобы получить аураксовый шурикен, надо МКВ с глушителем. Аураксис. А, так не, норм пушка же. Вообще божественная, даже сказал. Да. Еще с длинным червяком. Окей. У нее ж типа это ДПС выше, чем у... как это? НСК. Перегон этот, короче, пытается уже взять наши. Мы типа отвлекающий маневр? Да, я не знаю. Мы типа отвлекающий фарм. Попрогайте все. Костя, ты знаешь, на что эта голова просто, блядь, смертная? Она сейчас сдохнет, блядь. Я на все готов просто. Я доверяю тебе как никогда вообще. И в чате пишу, поэтому мне это... А, шикарно. Ну, знаешь, пойдем падать. Там два скайгарда. Я знаю. На было больше. Бух. Еще и фантастик с нами жили. Да, пиздец, вообще не все. А кстати, там у них точку следующую отхакивают, а мы как нубы здесь стоим. У них почти ту точку уже взяли. Так я тебе, блядь, говорю уже об этом. Да? А я в чат пишу, мне это. Как он меня в кустах убил? Не знаю его. Че, пойдем на перегон? Ловите маяк, слабо убить. Франки, этот космотрос. Зомби первый. Что такое? У тебя никакой здесь. Хост. Зомби космотрос. Сейчас лидер надо передать кому-нибудь. Хост, давайте на тебя грехски. В смысле, что мне-то? Ребят, нормально, сейчас этот под горе. А, у нас перегорный завод Рустхаус, мы как бы. О, космос. Ёп. Так, а чё тут тихо-то? А чё, на громко должно быть? Где-то громко должно быть. Но как-то их мало, как-то в атаку все пошли как-то. Я еще хочу.
Блин, как-то я побежал. Давай ты патроны возьмешь и за колесо бегать с тобой. Тихо. Блять, убили. Так красиво, ожесточенно шел. Все, патроны взял. Миссия выполнена. Аж страшно, да. Фантастик, ты опять? Ты не учишься на своих ошибках? Ух, ё. Дарнату, дайте этот патио. Патио, Дарнату. Громко я кинул. Да он там это один. Да, там это один. Гром это давно там катается. Да, разметали вы мое любимое место, здесь эти бегали ежики. Кстати, да, распугали вон уж. О, погнали вот сюда, короче, там гром есть открытый. По метке взвода. Просто затырим территорию. У нас станцию Квинрен сейчас отберут. Тут по-любому какие-нибудь АТР, вот, где я метку поставил. Передислоцируйся. Ребят, хватит скинуть мне маячок, я просто слюни пускаю и это. Часто бываю не там, где надо. Понял. Да куда, кому-нибудь фантастику скинь. Да, я уже за Хармса там. Блин, да где здесь наверх заходить? Кривой, а, сбоку. Ой, я вообще до респа добежал. Чё? Наоборот, беги. Мы как раз около точки, где подъем идет. Блин, а я его, наверное, не заметил. Да, Хармс, поставь мычок, пожалуйста, где-нибудь там. Ага, да, не заметил. Вот, чё. Блять, я тоже не заметил. И побежал, короче. Назад бегите, парни, назад бегите. Где-то это, у Ивана смотрел видос, он там на Хасине пытался подняться к этому, не техпаду, а там это, да, к воздушному это, терминалу. Да, ну. И маты стояли. Порадовал. Вот, кстати, я с такой фигней тоже сталкивался, именно вот там, я знаю эту локу, трехточная фигня, блин. Блять, не уходите на улицу, вам и сказали. О, я почти угадал, где Верга. Враг повержен. Мы типа прикроем, братанов. Блять. Пиздец. Прыгнул, блядь, на липучую гранату кто-то. Вот это я вышел, подумал, что там чел один. ХВ, уходи, ну, оттуда, там гранат. Ты, блин, чё сделал? Я ничего еще не делал. Убью человечка. Кто гранату кинул? Шоковую. Не, шоковую не. Я липучую кинул. Наверное, враги. Нет. Под себя, да, будут кидать? Молодцы враги.
Когда кидает гранату, надо подписывать. Гранаты? Гранаты? Медичина. Да. Что? Что, так было прикольно. Нет, персональные данные, там, номер паспорта, родители, все такое. И чё мамку шатает, да? Мальчик, кстати. А, ну хотя ладно. А, ёпта. Ребята, там нету точки возрождения около вас. Около вас нету точки возрождения. Альфа, поставьте маяк. 7 секунд осталось. И 7 секунд до захвата. Сейчас. Все будет. Появимся и добьем всю эту фигню. Они громко как раз выкатили. Старца Карвин брать? Или чё? Ну да, там есть мясо. На перегонную можно или станция Карин, потому что на станции Карин мясо мясо. А, уже здесь разобрали все мясо. Он догрызает наш. Савы пришли вовремя. Относительно вовремя. Надо, блин, у нас там маяк поставили рядом. Да. Ну, кстати, вот по темпу игры только игра за диверсанта с СМГ чем-то напоминает Blacklight. По скорости, темпу. Не знаю, мне нравится. Не знаю. Погнали на Акан, короче. И от Акана попробуем южную базу Акана отбить. Он кашей заберем пару гектов и гляди победим. Фу-фу-фу. Скажи, хоп, когда перепрыгнешь. Куда лететь там? Да, ну да. Акан. Белаб. А там кто-нибудь сможет встать? Сейчас я встану как раз. Через хранилище, да? Да, через хранилище. Да, я уже здесь. Всё, я на... Фига, я не на лабе. Жопа. Чё, лимит появился? У вас нет? Передайте этому. Четвёртому. Короче, я знаю эту локу. Мы тут потерялись, помню, платуном. Пол полтуна нашли проход, а пол нет. Да блин! Ща, короче. Да харм, знал бы, я уже на биолабе, я перед высоком с биолабы. Они, короче, их на точке А засадили там и вообще их отстреливают. Там что, Акан задница? Бля, тут вообще все. Да ладно, она, конечно, 6% ТР. Если они дадут биолаб, пусть удаляют аккаунты и все. По-любому. Я думаю, что сейчас будет масса удаления аккаунтов ТР. Да не будет. Да там какие бы боги, там, я не знаю, с двумя миниганами, пусть забегают в биолабу, там ничего не сделают, пусть такого зерка. Ведьмар, пусть. Ох, ёб твою мать, я делал визу, забежал, я увидел это. Это что такое? Это АТР. Ёхарный бабай. Эй, пацаны! 96 плюс. Эй, пацаны! Чё за взрывы? А где АТР? АТР на входе в банан. Гоша... На, Гоша. Они, короче, знаешь, где сидят? На входе в банан. Там пачка стоит АТРов. Вообще, там забегают, там у меня стволы. Я такой, нифига себе. Значит, линка нет. Куда идти дальше? По этому прыжковому? Вот. Скорее всего, да, погодите, сейчас наши немножко отобьют. Где? Да, куда? Я помню. Это. Какой прыжковой? Вот этот? На который налево, направо прыжковой. Где ты сдох направо? Сейчас. Не, меня подняли. Она наш. Нет, не наш. Назначь налево. Я же путаю лево-право, блин, пацаны, налево. Значит, направо, да? Налево. Налево. А ТР с тремя гаумами полетели куда-то дефать. Да, и пофигу. Мы пойдем воевать. А, они на блокпост бета полетели. О, тут ситки на громах приехали. Четыре грома, норм. Короче, сюда народ по метке взвода, сейчас будем по щам давать. Ой. Сачок меня убил минкой. Короче, гава летит на метку взвода. Нормально, да, меня ситки раздавили, вот уроды. Поднимите меня.
Я лежу на... Был бы я негодяем, я бы взорвал их грома. Ну мы не негодяи, мы благородные пираты. Да. Слушай, может в деф пойдем? Там вот... Ох, я... Там кого деф? Хранилище Восточного Кана. Так, на один... Я тут не спалил деревьев, спрячусь. О, кстати, да... Йо, да ну, блин, его нафиг. Ты глянешь, там 48-96. Мы ж там сольемся, давайте лучше тут все вместе заберем и все. User joined your channel. Сука, поверху мы так молитвляемся, по крыше. Да, там грёбаный лайт. Сверху Гао летит аккуратно. ВДВш на Гао летит здесь. Да и пофигу на него, пусть летает. Хил сломаю. Нам больше волнует ее содержимое. Не решили поселиться на дереве. По следам буки идут, короче. Угу. Сова сидят такие без палева. Кстати, их здесь 60%, только я не понимаю, где они. Они на мсти на дереве, короче. Давай. Кушай, кушай. Ёпана мать. Так, зерк идет, огромный УПС. Где? Это что-то новое. Так, кстати, УПСов там вообще очень много, нереально много. Зеркало УПС. О, вижу. О, максов много, нихрена себе, бля. Вы чё, МК, совсем не трахнулись? Я прессую их бульдогом, но бля, это вообще капец. НКшный Макс, кто может быть лучше вообще? Где там громобой? Да ну и ЛПС, ну нафиг. Они же, короче, за ванну играют. Или нет? Или нет? Не-не-не, да байки из склепа. Я уже трех слил, давайте помогайте. Я вообще нормально покрасил. Я тоже даблкил сдал. Дабл тим? Или дабл тим? У меня до сих пор... Пацаны, они диверсантами на хряд на вас прыгнуть. Готовьтесь скринши встречать. Диверсант. Я просто тоже на деревце сижу, бананы кушаю. Слышь ты? Слезай с дерева. Да блин, ну я ж видел их только что, я ж позицию их сдал. Ну хорошо, ладно. По-моему, у них что-то пошло не так, мне кажется. Да, по-моему, их максы слились. Вот у них и все и не так и пошло. О, ни хрена я на дерево приземлился. Вову я тоже. Не разобью. Трой хату там был. Ребята, их да. Блин, я разбил. У них да какого хрена? Максы слились, зато дофига инженеров. Нет, максы пошли. Сразу там граната на точке. Да блять, кот матрос, сори, кот матрос. Расъебитесь вы, уроды. Ну и ладно, я пофрагал. Вы чё, поехали вон через громики, добежим. Наши сейчас там что-нибудь натворят, будет классно. Ребята, быстрее.
Народ, бегите, просто поток надавите и все. Здесь сейчас у кого... У кого больше стволов будет вокруг точки, тот и выиграет. Ну это да, как бы. Просто, по-моему, нам дальше бежать. Нет. Нет. Знак он убежать примерно. А, ну да. Патрончиков дайте. Ну убивайте кого-нибудь всегда. То есть не просто бегайте там. Надо именно фрагать. Внезапная инфа вообще, да? В шутере фрагать. Ух ты, ёп. По-любому. Ух ты, ёп. Патрончиков дайте. Вот и все, держим. Только народ, не проходите в ихнюю сторону. В ихнюю сторону полукруга, скажем так. Это была глупая идея. С моей стороны. Там надо по зданиям передвигаться, парни. У нас 35-40, короче, пацаны с Сосо Поляшвили, как всегда. Ну их на 5% больше, то есть на человек 10. Ну, тем не менее. Не на 5, на 10. Ой, это как? Не, на 5. Ну, на 10. Считай, что у нас 45, 45, у них 55. Разница на 10% 10. Больше. И это на 10 человек, да, где-то. Да не, больше, чем 10. Ну, блин, ну около. Каши решили, короче, турниры выиграть по-любому. Конечно. Там же люди думают, что все играют в полный сайт. Не так просто. А, и они живут на нем. Да ладно, живут. Не думаю, что живут, но думаю, что... Они думают, что у нас здесь, короче, прям чисто такая, короче... Сложные стратегические задачи решаются, короче. Дайте мне первый майк, поставлю рядом. Фантастика. По-быстрому, блядь. Да, фрагаются они замечательно, конечно. Роскошно, конечно, фрагаются, но, блин. Нам бы какой-нибудь плацдарм занять у нас. Да не, уже все, выдавливается. Количество решает, как никак, даже если их на чуть-чуть больше. Медики. А, блять! Тем более я не понимаю, почему они их не вызывают. Уже давно бы нам громы снесли и вынесли. Они меня, пытаются. Да. Не трогай меня, пожалуйста. Фантастик, 2 секунды назад надо было сажать, тут 2 гава летели в воздухе. Блин. О, шмалика убил. Садись на четверку. Ой, наша убил. Четверка. А, вон тут пятерки, ёпки. Ребята, можем выиграть. Можем еще зайти и там что-нибудь сделать. Народ, есть, короче, страшный план. Когда вы ходите, слева по карте есть обход, который никто не смотрит. Оббегайте там. Проклятые мятежники захватили объект. А, кстати, да.
Точку невозможно захватить, перехакивает точку другую. На Макан перехакивает, парни. Слышите? Нет. Да? Нет, да, на порядке. Да, все, народ, не вариант. Мы не возьмем 62 на 38. Не вариант. Пока на Акан, что ли, отойдем. Потому что на него сейчас пойдет раш. Да навряд ли на него не пойдет, если честно. Ну их до хрена, в принципе. Вот 62 на 38, Акан можно взять. А, ну да, я не посчитал людей на Акане. Фу. Так, ребят, Альфа, предислов к Галу, давайте пока на блокпост бета прыгнем. Может оттянем НКШ, а если не оттянем, то вдруг даже захватим. Метка взвода, народ, все туда. Угу. Браво, не знаю, вы либо Галы, либо нам... А, Галы есть. Браво, давайте на Гале. Блин, еще полчаса. Ё-моё, долго. Брат пошел. User joined your channel. Небольшая передышка хоть. Да, что-то вроде. Гранула. Ну, Ваньки сынка месяца. Между собой, как-никак. Как раз когда ушли фоги. Не странно ли это? Блин, мне кажется, все-таки на Акан ломанулись. Ну, 2 минуты с копейками не продержится, там, пока нас отсюда не выйдет, надеюсь. Галактика живая, если только продержимся. Да, мы фантастик фармится пока. Там один патрон остался. Танк выехал. Чё, танк все выехал? Япона, мать, вы чё с Аканом делаете, ребята? Наших даже побольше там. Соснули. Так, ну пофиг, мы берем это, короче. Вот это. Воздушный приз на Хайда, это сам понимаешь. Это пиздец, короче. Золоточка. Гау, пока не резайтесь, мы отходим, у нас патроны кончились и горим. User joined your channel. Да не, пацаны, нам не дадут выиграть, по-любому. Здорово, ребят. Здорово. Чё там, алерт? Да. Типа того. Сколько еще идти будет? Полчаса. Ну, я успею. Ребята, на Акана. Галактос нужен на Акана. Секундочку. Не на Акана, вернее, туда. Не на Акана, вернее, туда, куда мы. Гау, готово. Метка взвода, ребят. Там наша сейчас пиздец начнется. Уже начался. Блять, всякие летают, тут права понакупают, блять. Акан вроде нормально. Давайте, давайте. Нормально. Уже подлетаю. Гау впереди огонь. Все, забейте. Отбой, отбой. 64 на 36. Так что не вариант.
Даже не знаю пока. Гала, улетай к Какану. Как скажешь. Браво тоже? Да, и браво, вообще уходим к Ванькам на Форт Дрекслер, блин. Я не произнес. Трехточечная хрень, а берет его. Сейчас через минуту потеряем. Все туда, ребят. Галя в пути, прыгай на какую-нибудь дальнюю точку. Сейчас гляну тут по местности. Все, Акана потеряли. Акан потеряли? Да, 3-6 секунды захват. Понятно. Да и, блин, вырублено. Ладно. Сию вырублено там было. Все, будет с ним. Это, ребята, по метке взвода Галя прыгай. Дрекслера теряем. Сейчас. Точка. Блин, точка шкакала. Ёп. Так, башку перехакивают. Дроссель перехакивает. Пока ухожу. Еще минуту, нам надо одну точку брать. Сейчас Б будет брать. Ближайшая точка, блин, но она дефится. А, тоже забирается. Вот это один случайный. Один чел остался на точке, а диверсант. С МТВ. Так, все, из ГАО выпрыгивайте, дроп из ГАО. Блять, как Акана потеряли-то? Блин, Акан можно было дефить в таком соотношении, там НК было совсем чуть-чуть больше. Надо было, когда нас продавили, отходить к Акану сразу же. Ну да, понятно, да. Чё там, уже печаль, мы проигрываем. Да, уже всосан. Ну, на немножко, да. Центр хранилища информации нельзя сдаваться, контратаковать по Акану. Новинки. Акан надо вернуть. Так, ладно, окей, ребят, да. Давайте на центр хранения там информацию. Здесь Форт Декстер, Дрекслер, мать его, более-менее задефили. Уходим. Гал через секунду будет. Угу. Бля. Ага. Центр хранилища нельзя сдавать и контратаковать по Акану. Но пока там связать их боем на Акане, а остальные пока хакать другие линки и все. Крыша наша, ребят, отряд закрыт, да? Гребаный Макс, короче, мешается. Короче, здесь эти долбанные ВДВшники, надо просто пройти внутрь. Галактика, зависни над этим местом. Окей. Турель на однёрке снес ценой своей жизни. Через... А, все супер. Через двойку можно зайти будет. То есть еще вглубь. Ага, молодец. Окей. Все, заходим. Сори.
Ох, ёп, дерево, мать его. Ох, ёп. Там гал еще летит к вам. А, она стреляет. Больно стреляет. Гал летит. Браво, гала нет. Выжил. Ребят, нет, да, отряда у вас? Есть. Есть. Я что-то не вижу. Двойки стреляй там. Браво есть. Это плюс они. Спасибо. Миротворец разбился. Через доку будет заходить. Через доку будет заходить. Так, по, на четверку будем взять. Дроп возле, по-моему. На четверку. Они на крыше. Они на крыше, парни. С Дрейкслера как ушли, там уже проблемы. С галы можно с другого. Спасибо. Они все ударили сейчас на выгребную яму, идут на Умбу. Нам надо контратаковать Акан. 35-38. Да тут еще проблема в том, что у нас Ваньков вглубь территории нашей залезли, так что не победим. Они вон Дрекслера рашат. Короче, не надо. Дух, блядь. Так, ребята, сама по себе биоэнергостанция не охраняется. Блокпостов нету, ничего нету. Взрывайте ген, по-тихому взрывайте ген. 29 секунд сейчас. Прикрой меня. Не хакайте точки, ребят. Не хакайте точки, не хакайте точки. Чтоб даже на биолабе не видно было, что здесь что-то происходит. Не взводится ген пока. Сколько еще? 2 секунды. Все, можем взводить. Не взводится. Взводится. Да, взводим. Точку С начал хакать, придурок, еб. Блять, долбоёб, ладно. Точки вот не хакают, блин. Долбоёб. Тот... Сейчас гляну, кто это вообще. Так, нам что, биолабу нужна? Нужна биолаба. Его убили, аллилуйя. Генерал Перри, блядь. Генерал Перри. Они вызвали внизу гром. Два грома. И, по-моему, тащат их на хранилище. Они что, не в курсе, что мы на биологии? Ну и хорошо же. Браво! Браво. Заходите, короче, контакт. Блин, уже на лабу. Контакт. Ребята, контакт на гене. Блин, дробаш, джекхаммер. Медик нужен на ген, ребята, медик на ген. Толпа бежит к вам. Спина. Спину крою. Вега, не дай мне засохнуть. Да, все путем пока что. Там могут быть. Да взрывайся ты, старая коломага. Две секунды. Обходить надо. Пошли. Обход, хобот, обходим. Быстро на ИСЮху. Ой, положили норм. На ИСЮ, быстро.
Да, народ, все на ICU. Мы пока их перехлопали немножко, тут можно зайти. Давай. Компромайсти, ёпта. Держу фланг. Инженеры могут патронов скинуть. Ребята, эти ультрамаринки сейчас здесь будут. Чё, говорили. Угу. Ультрамарин одного грохнул, сейчас они прибегут. Так, есть. Чистим. Какой чистим? Перехакиваем. А, ну и перехакиваем и чистим. Блин, я уж подумал, мы захватим. Макс. Макс будет снизу идти. Контроль CSU, контроль Ген. Около Гена сейчас они будут. И 62, их 62% народ. Собирай, тормозни. Их много очень здесь. Здесь их много, вопрос в том, что точку А шатают. Извини, Громобы. Браво, вы полностью геном. ICU займитесь. Альфа будет. Трое на А, блин. Одного убил. Это Альфа будет прыгать по точкам, бегать. Альфа по точкам, да? Да, альфа по точкам бегает, всё, какает. Понял. Браво, понял. Держит ген. Понял. ICU, мать его. БЦ, ребята, ген. Петухи, блядь, а. Так, на Б нужны люди. Отойдем. Угу, бегим. Вот, пацаны. Так, все, меня убил. ВДВшник. Один. Тут организовано сейчас. Деньги. Да, ВДВшник попался. Короче, никто нам не поможет взять биолабу, я так понял. Ген. Ген, ребята, ген, и поднимите меня там. Хеттер, бля, приебался. Быстрее на ген сейчас починит. Хеттер это инш, ребята. Сейчас будет ген... Да ёб твою мать. Блядь, где наша галага? На А толпа забежал. Бегал. Всё, проебали что? Ну и хрена ли, 60 на 40. Так. Нет, ещё не проебали, ребята. Ну а ICU под нами как бы. 60 на 40, что? Уже 73 над нами. 73 на 27. А, даже так. Ну, ну скиллом затащим. Расчехлились на биолабу, блядь. Ой-ой-ой, их тут чё? Кто ты, ё-моё? АТР, короче, битол пытались взять все это время. Зачем отнимать у Вану эти гексы, если надо ВНК забирать? Тем более мы тут почти втащили. Если её зачинили? Бесполезно. Да, зачинили. Бесполезно. Ну, не так, знаю, все. Они битол, короче, не взяли, мы тут не взяли, короче, понятно. 32-41, ну, окей, просто фанимся тогда где-нибудь, сейчас местечко подберем. А чё? Нет, здесь не вариант на Акане играть. Сейчас смотрим. Блин, я вот серьезно, я не знаю, куда пойти. Народ, вариант. 32-41, блядь, разница 15 минут мы еще не сделаем. Оборону держать? Рустхаус можем взять. Это где? Перегонный завод Рустхаус, чуть рядом с битолом. Отберем форт Декслер.
Соединим с нашими территориями быстренько. А сейчас перегонный из Рустхаус надо браться как можно быстрее. Перегонный завод, okay. Рутхаус. А он отхакивает, в принципе, наших там много. Ага. Тогда возьмем Форт Дрейк. Вперед, плотина Гурни. Плотина. Окей, давайте плотина Гурни. Сейчас только найти ее. А раз энергостанция Харакен. Харакен. Я уже полетел туда. Все, вижу. Все. Плотина Гурни, ударяем туда. У нас бы получилось реально связать с боем, это было бы здорово. Короче, давай, просто давай. АТРом надо было на карту поглядывать, и что мы берем этот Акан. А они битол все это время ты брали. Бы взял. Ты бы им сказал, что ли? Ну, да, и ладно, я тоже, да, пролошил, но... Не, просто без так было увлечен, что мы сейчас уберем. Без НОТ пролошил. Тут маяк стоит чей-то. Сейчас уберем маяк. Сейчас сломаем, что. Тут и турельки чьи-то. Тут НКшник стоит. Да, тут НКши только все же взяли. А, да, тут... они уже лезут. Поднимите. Бросаю гранату! На крыше, конечно. Гава пока отошла, там, потому что зенит на макс взяли. Спасибо. Встают. Зомбари гребаные. На плотине люди появляются. Нормально, сдержим их боем. Ребята, скажи им, что мы сдержим на гурни их. Сейчас на себя засамоним это дело, пускай они атакуют куда-нибудь. Да не вариант, все равно же не успеем за 13 минут столько гексов взять, НКшных. Тем более вдобавок мы центр хранения информации теряем там 74-75% НК. Дро, бро. Ну как-то так. Я на вас его заманил, короче. Епик-синк сам лично. Епик-синк лично, ребят. Мак зашел. Где? На точке. Еще один. Здесь минус. Братцы, извините. За спины. Еще один. Они все в Максах. Особо Нубасин. Особо Нубасин. Армс. Скилл тащит. Ну хули. Не, ну вот реально заметно, короче, даже если... Их много идет. Статистику можно было поднять, кто чаще Макс уберет, какая фракция? И какая разница? Там явно был либо ЭТР на 3 месяца. Не, ну просто, говорю. К слову. Они если точку рашат... Нормально, так это на максах. Ребята, по майкам падают. Тихо. Майки. Воу, проброс гренда. Гранд сайт пошел. Ёпарас. О, они типа такие слаженно сыграли. О, прям респект. На медике работаете, кто там один медик остался. Закидали слаженно грендами. 58 на 42, короче. Майк поставьте кто. Они игром уже подогнали. По-своему дать. Просто матрос, это в пятерку сеть. Или там я говорю. Кстати, вот эта плотина прикольная, лок. Это тут огромная стена просто. Ну как бы, то есть плотина. Галактика, подлети бы ближе. Подлети, чтобы мы могли высадиться. Окей. Я вас только дропну и улечу, потому что. Да, базара ноль, Дроп. Одну минутку. Фантастик, ты уже сделал. Не, мы, блядь, сдохли, короче. Какой жесть. Чё?
Че маяк? Хост, ставь маяк. Я в гале, как я поставлю? Вы же смотрите, что я тут взял. ХВ дайте маяк поставлю. ХВ дайте. Да я поставлю, я ушел, все. Они тоже поставили. Да. И сзади вас этот товарищ Гром. Так что. Лайт на крыше. Если маяк снесли, говорите. Не, нормально, нормально, нормально. Так, продолжаем троллить, да? Ну не троллить. Сливаться. Ну что это было? Положение изменилось на 34-42. Не изменилось, наоборот, теряем территорию. На пункте наблюдения у нас много. У нас, по-моему, было 32%, мы что-то взяли. Блять, Ваньковская что-то взяли. У Ивана 67 рост что-то забрали. Пункт наблюдения у нас, ребята, вот там сейчас реальная жопа. Плотину Гурни мы можем еще посвязывать их здесь какое-то время. Угу. Ну, здесь вроде нубики остались. Я даже не точку стал захакивать. Угу. Подвези да, меня. Пост. Подвези меня. Пост. Слушаюсь. Давай, ты куда запрыгнул? Добил. Попробуйте с гала. Попробуйте с гала расстрелять Гром, который находится, ну, грубо говоря, справа от точки. Грубо говоря, справа. Так я пытаемся. Браво, браво, вы нужны пометки взвода, пожалуйста. Тут только альфа, так что помогайте, как-нибудь долетите. Отлично, браво, Гром тащит. Да ладно. Оть. Оть. Косы монголы. Бля, первый раз на этом гексе еду. Вот он мутный. Очень. Он главное, воду не прыгай. Главное, да. В мутную вот водичку. Здесь, короче, здесь рассказывали, на евро постоянно есть трупы. Вот голодропы, и всегда здесь трупы. По отряду там в болотах плавают. Гниет. Тут дерево стукнулся во время дропа, в болото улетел. Десантник залетел, он по крыше ползает. Петушок. А, я думал, это на первом этаже. Нет. Зеленый сяно. Вижу вражеского десантника. НКШ даже больше на этом, на косине. Понятно, что не победил. Глазам. Обнаружен десантник. Но кроме против. Забей, меня поднимает. Ну ладно. Что, кроме здесь убил. Майк поставили на крышу. Санграйт пишет, что прикиньте, мою галу капсулу разбили. Фантастик, я передал. Она сейчас дропнуться могут ВДВшники, потому что там какой-то ВДВшник лайт, вурдалак, по-моему. Не, ребята, они отставят. Гурни они отставят пока. Отставят. Они сейчас аэродром хедшера будут. По банану прыгают сверху десантники. Во, видите, я же говорю, короче, на крышу дропнулись. Там уже маяк диверсант поставил. Наш маяк тоже стоит, кроме дропнуть. Можно уметь этот маяк.
Толпа бежит с левой стороны. Да, вижу. Будет обходить. Ух ты, 64 на 36, нам сейчас тащут. Галактика. Подвези да, меня. Я здесь. Подвези меня. Я дымлюсь, а... Подвези. Давай, 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 давай. Потому что... Нельзя быть на свете красивым. Нельзя быть на свете красивым. Да, я скоро сдохну. Уху. Что ты мой писаешь? Да ладно, блядь. Ай, блядь, я знаю. Ай, блядь, верхний. Да ладно, прохладно, блядь. Нормально. Понимаете? Прохладно. Извините, нормально все. Перехак. Галактика. Перехак. Я вообще галактика еще при две галактики Ребят, ребят, ты 73 на 27. Мы хоть и забрали, но, короче, тут как-то так. Карту можно откройте. Фига, 48-96, а у нас 12-24. Ну, я и говорю, короче, тут даже можете не выбирать, точно. А, блин, они успевают ее взять под конец. Обидно, досадно, ай, похер. Да, мы еще точки забиваем. Да возьмем мы точку сейчас, все нормально будет. Значит, сначала точку респа уничтожим. Значит, сначала точку респа. Надо вот эту точку возьмем. Высадиться да. Гром, это... Да. Франки, да. Мы ее только что взяли, вот 60 на 40 взяли. Нет, я видел, я о том, что мы больше ее не возьмем. А, ну вот это возьмем, да. Возьмем, если кучей будем двигаться, не по одному бегать, как это, на прием к стоматологу, а да кучка. Какими мы не были богами, 30 на 70 не берут с точки. Я полубог, короче. Пойду втаскивать. Геркулес. Ко мне на форуме, когда я там создал это... Ну, темку, рад. Там какой-то бог до меня доколебался. Ну, тролль, короче. Бог-тролль. Бог-тролль его. Как-то так. Насчет чё? Ну, у него ник, короче, бог был. Не, а насчет чё докопался? То, что мы крысы, типа, мол, вот. Живёт в преисподней. Ну, короче, какой-то такой чел, мутный. Ну, в пятом А будут просто счастливы. Он докопался сегодня до этих, до ратов, короче. Перед пацанами можно похвастаться. Да-да-да. Угу. Да-да-да. Зачем? Я от радости его назначил дежурным по классу. Типа вегу бейбал. Хвадат лидерать. У них сверх маяк. Да, я вижу маяк. Ребята, попробуем. Маячок, попробуем. Вот там какая-то анаконда какая-то тиранская идет. Кто-то идет. Кстати, да, я смотрю. Анаконда. Медов только. Это голубя. Ё-моё, что там наделать... за санитарный отряд? А, АТРы. Гала вернулась. Ой, нет. Галактика, вернись. Вернись на точку, вернись на точку. На точку подходи, там вторая гала, мы её собьём сейчас. Мы собьём не ссы, я с тобой. Давай, да? Давай. Давай, давай. Садись на двойку. Где? Ой, блядь, разъебали галактику. Ой, блядь, разъебали. Не, наше что-то там летает, дымит, но летает. Злый день, бегу, бегу. Бомба! Народ, воткните маячок там рядом где-нибудь, а то что-то мы бегаем как дураки. ХВ, передай мне, я вам поставлю маяк. Кому мне? Я на крыше галочу. Кому мне? Хвост, какой, кто я? Блять, хвост я, третий. Блять, все, убили. Я все равно тебе передал, не пох. Народ рашит со всех сторон, там АТР с банана давит. Врезки им прокидывайте на банан, если есть возможность такая. Мы там взорвали. Нет, не взорвали. Все, хат точка. К толку, блядь, от этого. Еще еще. Вообще, пацаны, молодцы, красавцы, респект. Да ладно, мы же, короче, точку-то могли подали, пока теперь они не успеют убить обратно. Хотя он зимний вообще идет. Три маяка стоит уже. Ой, сколько трупов! Ну да. Еще раз песенки, пожалуйста, потом конечно. Хера тут зомби поднялись, я отваливаю. Зомби на земле. Человек, человек. Народ, возьмите маяк, альфа. Один. Хост, такая маяк.
Короче, 12 человек и одну гранату орезали. Слушай, я... Секунду, 3, 3, 1. Есть маяк. Кто дропается на крышу, бейте маяки. Синенькие. Ебать, это он требует 4 сапферов. Всё, снял. Теперь это уже все не важно. Жмриш же крыт. Да ладно, пофрагали. Нормально. Ну да, да, да. Нет, вообще нормально. Нормально вообще, нормально. Я доволен. Главное, чтобы вы были довольны. Ебать их зеркало.